Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. 20 лет прожитых совместно в любви и единении, меркли лишь одним обстоятельством. Они пилко грезили о малыше. Годы проходили, а мечты так и не сбылись. Однажды, когда вера уже была почти утрачена, Батурин выяснит, что его супруге удалось забеременеть. И вот я выясняю, что жена, которой уже исполнилось 40 лет, забеременела. В то время у меня было невообразимое счастье. Затем произошли преждевременные роды. Обнаружилось, что малыш появился на свет с некоторыми трудностями в развитии. Последующие практически три недели он мог умереть в любой момент я навещал детское реанимационное отделение ежедневно. Жена вообще себя очень плохо чувствовала. Не спала днями, сидела рядышком с ним, сражалась, припоминает актер. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишете комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.